Спорим, ты даже и не думал, что данный пулемет станет метой. Есть такое, капитан Очевидность, но замечу, не только я. Большинство считало, что это Кал Калович, и про него быстро забыли. Как мы теперь понимаем, зря. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Warface и пулемет Корт. Оружие, которое изначально было введено в достаточно бесполезном виде. Для ПВЕ он был так себе, для ПВП полное говно. И несмотря на прогнозы многих людей, в том числе и мои прогнозы, что метой станет, скорее всего, QBZ, метой стал именно Корт. Для примера можно взглянуть на турниры. Именно Корт там сейчас набирает обороты, и, судя по всему, большинство штурмовиков будут в ближайшее время предпочитать именно эту пушку. Ну, естественно, я тоже решил попробовать. Как же изменился Корт? Насколько он стал хорош? И вы знаете, он действительно весьма могуч. Влетаешь куда-нибудь на плент, а противники в бабоскинах уже от безысходности раздвигают булочки. Не смешно, знаю. Интригует. И что же, по твоему мнению, лучше? Корт или Хани Бэджер Инженера? Что лучше, вопрос сложный, капитан Очевидность. Ханька все-таки по-своему хороша, Корт по-своему хорош. Может быть, если особенно штурмовик использует шприц, адреналин, наверное, Корт даже помощнее будет, нежели Ханька. То есть потенциал у этой пушки действительно огромный, огромный урон. При таком темпе это мега нагиб, я вам скажу. Это прямо действительно такой, знаете, вот, это какой-то аналог седа получается. Штурмовик сейчас это что-то вроде старого седа. Выходит, а если учитывать, что у Корда еще и точность от бедра, кучность, если прокачать, очень высокая, и можно просто от бедра скашивать многих противников. Своеобразный геймплей, но многим, судя по всему, очень зашел. Получается, это чистокровный нубозажим. Кайфуешь с ним, наверное? Нет, дорогой друг, совершенно не кайфую. Да, друзья, я большой любитель нубозажима. Мне нравились в свое время Surefire, там, М249 пара и так далее. Но Корт для меня, честно, это отвратительное, тошнотворное оружие. Мне оно крайне не нравится. Причина этого очень проста. Корт очень рандомен. У него вроде и не сильная, но неприятная отдача. Первые 5-6 выстрелов укладываются хорошо, там в яблочко, а потом начинается жопа. То его сильно несет куда-то вправо, то влево, то хрен пойми вообще как. Вот именно настоящий рандом. Хрен пойми, куда твой ствол рисунок отдачи уводит. Это крайне неприятно, портит все удовольствие от игры с данным пулеметом. Поэтому вроде как он действительно крайне эффективен, можно просто в тушку зажимать. Но с другой стороны, вот эта постоянная борьба с отдачей, непонятной, рандомной, куда и как ведет, это реально бесит. Если учитывать еще, что штурмовик у нас сейчас очень медленный класс с вот этим пулеметом, который непонятно как, куда у тебя уводит. В общем, удовольствие вообще сейчас от штурма лично я особого не испытываю. Особенно с Кортом. Поэтому предпочитаю играть за инженера. Говорю честно. Если вы привыкли к классическому геймплею за штурма, зажимать по головкам, красивые переводочки, вот весь этот геймплей прямо с хорошей штурмовкой, то я не думаю, что Корт вам действительно придется по душе. Даже если вы такой же любитель нубозажима, как я, и вам нравился там Surefire, пара в свое время. Нет, Корт не про это. Корт это такая, знаете, тупо рандом машина, зажал мощная, но не более того. Ни эстетики, ни кайфа, ничего особенного вы с ней не получите. Сборка, я полагаю, у тебя не поменялась. Да, совершенно верно. Сборка абсолютно не поменялась, и я думаю, что у большинства плюс-минус опытных игроков она будет вот такой. Все прекрасно, все хорошо, максимальная эффективность, к сожалению, несмотря на то, что у вас высокая кучность и минус отдача. Это не очень помогает в плане рандома, но зато можно от бедра как сет пилить. Вполне годнотелло. Темп у нас тут уходит за 700 единиц, да при таком уроне будет крайне сочно. И противникам мы вставим прочно. Кто выбрал именно такую сборочку, поздравляю вас, леди и джентльмены. Это теперь метовая сборочка на метовый пулемет. И именно этот пулемет сейчас противников в густонаселенной комнате
нагнет. Это типичный новичок Warface. И сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Sig Sauer. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Headshot, baby, you got. Double kill, да? Да, детка. О. С почином, Рачина. Благодарю, Нарина. Где-то здесь они. Кидаю гранату. Давай. Да, детка, прожарка успешна. Не, ну начало прям бомбино, конечно. Иди сюда, мой прядь. Да уж, братуха, ты реально подпивас. Сын Туборга. Ты че, сука? Кэп, ты переходишь красные линии. Дабл килл, деточка. Блин, мультикилл в атаку. Пипец, пересрал я сейчас. Так, отъехал. Ну это точно пенсия, Ракутагин. Ты до унита уже чужих от своих не отличаешь. Да какие, сука, чужие свои? Наводили говно в скино всяких. Вот так вот, детка. Давай, на характере. Да, есть такое. Ну вот так, детка. Вот так, детка. Угу. Ну с твоим характером все ясно. Бывает ежик в тумане, а ты крыса в тумане. Сука. Не крыса, а мангуст, запомни, родной. Блин, это вот ты виноват. Так. Да, детка. По-моему, это было двойное проникновение. Да, да, именно так. Попалась девочка моя. А ты говоришь, говно, пушка. Смотри, как красиво хедшоты летят. Кэп, я не говорю, что она совсем говно, блин, но она противная, сука. Вот, ну не мое. Не люблю я такой рандом. Вообще не люблю некоторые пушки. Вот не люблю и все. Как с Беретой АРХ, помните? Выходи давай. Вот так. Беретту! Уэ! Да, детка. Да-да-да. Да. Говорю, что мангуст, а по факту крыса. Я по факту мангуст, сука, ты просто не шаришь. Мангуст, он тоже тактик. Так, где же супостаты? А, я вас понял. Да, я туда не пойду, он только этого ждет. Это же медик. По-любому он там сидит, я даже не сомневаюсь. Ну какой ты, смотри, блин, хитрюга. Крутит туда-сюда, да? Но он по-любому где-то здесь в обходе будет тусоваться. А, лингвист, нафига ты пошел? Это было глупо. О, кроссова, кстати, шарит, как стать в такой ситуации. Молодец. Вот так, детка, попался. Да, детка. Вот это я понимаю, зажал от души. Ну, конечно. Хедшот, деточка, у нас же пулемет. Почему бы не позаживать, я так считаю. Это прям, знаете, это по ГОСТу, сука. Это как положено, так и надо играть с пулеметом. Вот так вот, сосоповляжили. Тихо! Вот! Великолепно! Признаю, хоть ты не единожды получил на клычару, пулемет достойный. Ты все-таки перешел красные линии, Кэп.